Никто не окунет нас в атмосферу праздничного уюта, если только мы не захотим окунуться в нее сами, потому что не так важен праздник, как его предчувствие. Шарики, бантики, колокольчики и звездочки, кому из нас не знакома картина предпраздничной суеты. Надежды на сказочное счастье греют душу и погружают в беззаботное детство, где каждый день праздник. Вырастают дети, и приходит их черед творить в сердцах своих малышей волшебную сказку о необыкновенном чуде. И нет никаких преград, если есть одно только желание – сделать жизнь своих близких похожую на сказку. А ведь для этого и действительно ничего особенного и не требуется. И если вдруг у кого-нибудь не хватает фантазии, посмотрите, как это делаю я. И, может быть, что-нибудь вам понравится. Я приглашаю вас посмотреть, как я буду делать незатейливые, но очень душевные зимние композиции. Для создания зимней композиции не потребуется ничего особенного. Я взяла удобную плоскую вазу и наполнила ее водой. Определяю в вазу веточки туи и можжевельника. В таком виде эти растения сохраняются не менее 3 месяцев. Центр образовавшегося букета я украшаю золотой лентой. И определяю фигурку ангела. Определяю места в моей композиции для золотых веточек и шишек. Эту композицию можно изменить, поменяв цветовую гамму. Основа остается той же, меняется только цвет и акценты. Елочные ветки, помещенные в эффектную вазу и украшенные гирляндами и шишками, создадут новогоднее настроение. Белой краской окрашиваю ветки липы. Помещаем ветки в вазу, наполовину наполненной землей.
какой бы неожиданной по замыслу ни явилась ваша зимняя композиция, все будет выглядеть торжественно и нарядно. Часами бродить у нарядных витрин, восторгаясь разнообразием предложений. А можно самому превратиться в волшебника и сотворить необыкновенное чудо.